Привет, с вами я, Артур, и вы на моем YouTube-канале «Мистер Тупой». В 2024 мы находимся в Москва-Сити, у причала сердца столицы. Вот там находится причал. Мы сегодня прокатимся на кораблике, на аквабусе. Аквабус – это электрический общественный транспорт. Он может ходить по реке Москва круглый год. Он может вмещать в себя 25 пассажиров. 25 пассажиров. Особенностью является то, что пассажиры могут перевозить на этом кораблике самокаты, велосипеды. Вот так все выглядит. Вот так вот. На этом все. Если вам понравилось данное видео, не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. Я всем привет, я Артур, и на моем YouTube канале Мистер Артур Плей, Мистер Артур Тревел 2002. Вот приплыл наш кораблик Аквабус. Аквабус — это общественный транспорт. Он работает круглогодично, в любых погодных условиях, даже в снег и в лед. Он ходит по реке Москве. Вот этот пандус, что вы видите, это плавучий пандус. Здесь вам, по нему вам придется спускаться. А вот панорама Москва-Сити. На фоне кораблика. Всем привет, я Артур. Вот так и вы на YouTube-канале Мистер Артур Тревел. Вот так выглядит, вот плавучий мост. А вот так выглядит причал. Он выполнен в форме шайбы. Сейчас мы подойдем, ждем, когда кораблик приплывет, и мы пойдем на борт. Аквабус. Вот плывет. А где? А вот плывет аквабус. Вот он. Наш аквабус. У нас в честь чего он назван? А нет, я имею в виду. Аквабус Синичка. Вот такой вот он. Вход производится через через трап в задней части. В общем, вот такой вот. И сейчас вы увидите парковку, швартовку этого кораблика. Он вмещает 25 пассажиров. Он может плавать по реке Москва круглый год. И зимой, и весной, и летом, и осенью. И вот сейчас вы видите на своих экранах, как он швартуется к причалу сердца столички. Вот он как выглядит. Такой вот футуристичный кораблик. Он назван в честь реки Синичка. Вот оно, название. Данные теплоходы названы в честь рек. И вот сейчас вы видите швартовку. И вот все, он пришвартовался. Я буду идти снимать, я хочу. Вот пассажиры выходят из кораблика. И через этот же трап мы будем входить. На втором этаже находится капитан корабля. И вот мы с вами, мои дорогие подписчики, идем на борт корабля. Нет, еще это не наш. Там впереди еще очередь. Мы на следующем идем. Вот приплыл кораблик Синичка. Настя, не прекращать съемку, пока что. Он вмещает в себя 25 пассажиров. На борту этих аквабусов есть
туалеты и все-все-все есть, кроме кафешек. Кроме кафешек. Вот такой он футуристичный, этот кораблик. Я говорю. И вот пассажиры выходят из корабля. Вот мы встретили первых счастливчиков. Мы встретили первых счастливчиков, которые выходят из корабля, из аквабуса. К сожалению, подписчики, мне придется. И вот пассажиры, вот такие вот пассажиры выходят из корабля. Такой вот футуристичный причал. Он имеет один этаж и два гейта. Вот это одно, Е1, а потом гейт Е2. А потом происходит на месте. По карте или через карту тройка. Карта москвича не принимается. Вот все. Я всем приветствую, я Артур. И я на YouTube-канале Мистер Артур Плей, а Мистер Артур Тревел 2002. И вот мы уже сидим внутри внутри аквабуса Яуза. Он плывет по маршруту сердце столицы Киевский. И вы сейчас увидите весь путь. Мы будем проезжать мимо причала Трехгорный, Сити Багратион и Сити Центральный. А как? Вот мы уже оплываем. Я снимаю видео для своего. И вот мы уже отправляемся. Уважаемые пассажиры, во время движения запрещено выходить на палубу. Также во время швартова. Значит, если кто-то хочет выйти на Сити Центральный, подходим, становимся здесь, но не выходим. Вот проводится инструктаж. Пока не закончится швартовка. Пока я не дам команду. Спасибо за внимание. Спасибо. Что тут за команды? Вот такой вот стеклянный у нас потолок. Такой роскошный корабль. Что так холодно? Он имеет компоновку салона 2+2+2. Так, только то... девочек не снимай, снимай только все по зеркалу. Я хотела бы так перейти и сделать. Все, да, как там, как... Не умею, да. Ты умеешь, давай сделай. Да, извини. Ну, выключи видео. А нет, я так хочу, чтобы в одном видео. А я не знаю, как сделать теперь переход. Что ты делаешь?